Очень всех рады видеть. Сегодняшний концерт называется «Шаг в неизвестность». И часто так бывает, что нам приходится делать этот шаг. Иногда бывает очень страшно, но мы понимаем, что этот шаг, он неизбежно приведет нас к какому-то новому этапу в жизни, даст новый толчок. Новые силы и вдохновение, наверное, на то, чтобы творить. Поэтому сейчас весна — это в какой-то степени время магическое, когда мы вместе с зимой оставляем что-то позади и слушаем, что в нас внутри откликается, что для нас огонь, крылья и вдохновение, и что даст нам возможность смело сделать этот шаг. Шаг в неизвестное. Сегодня все песни будут посвящены этому. Я забыл, как зовут нашего звукорежиссера. Владимир, да. Я гитару не слышу. И начнем мы с песни «Зерна». Thank you.
если однажды ты встретишь себя, не спеши о дурном вспоминать. Может быть, ты достанешь до дна. Только дна нет, там есть лишь струна. Под касанием невидимым дрогнет струна у арфы из тысячи струн. И от музыки той зерна света взойду. Космический ветер подхватит и вдаль понесет мимо сон звезд и лун, чтоб на темной земле разрастаться там и тут. На полночной земле разрастаться там и тут. Следующая песня называется «Пусть изливается свет», и я спою ее с фортепиано.
Да, наверное. Дай звук какой-нибудь. Ту-ру-рум-ту. Песня называется «Птица». Похож. Отчего этот ветер пронзительно свеж, полон запахов, звуков, оживших надежд. Ты читаешь вокруг, знак за знаком опять, удивляясь, как можно себя потерять. Когда дышишь, молчишь или поешь, как последний свой раз ты всецело живешь. И не важно, что завтра или было вчера, ведь ты здесь, ты уже выбрал не умирать. Невозможно любить половину души, как нельзя беззащитной любви нагрешить. Ты оставил навек отчуждение очаг, и теперь целый мир у тебя на плечах. Твое сердце, наполненное силой ветров,
Сука крепо теперь ясно видеть готов. Там подхватит тебя золотистая высь, но вдохнув ее с трепетом ринешься вниз. Обнаженное сердце помчится опять, самой жизни помочь здесь себя оживлять. Есть ощущение, поднять, что общую громкость надо поднять, людей, громкость поднять. Количество людей увеличилось и стало глуховато. Чуть-чуть мой голос ты подправил, да? Да, не слышно было, трудновато, да? Да? Возможно. Да? Возможно. А, давайте тогда так. Тогда в мониторы. Послание хранителя. Послание хранителя. Сердцу и в сей же час я коснусь крылом твоего плеча.
нам. Погляди, тебе нужный подан знак. Так не бойся сделать неверный шаг. Я с тобой, но только тебе решать. Будет петь или плакать твоя душа. Будет петь или плакать твоя душа. Да, все, ага. Что много слез проливалось напрасно.
слезы, которых не счесть, ты вспомнишь все то, что душа твоя знает, увидишь ты мир, как он есть. Возьми меня, верни меня туда, где так просто пить восторг родников. Когда тепла нет от огня, то значит пора призвать принцессу снегов. Возьми меня, рани меня, как больше никто беречь из смертных не смог. Когда душа не ждет ни дня, то значит пора искать заветный чертог, где не умрет любовь. Следующая песня «Слово». И на пути, когда Амадаблан встречает тебя, ты после этого возвращаешься совершенно иной и понимаешь, что ни словом, ни делом, ни даже маленькой мыслью не допустить лжи ни в себе и не допустить лжи рядом с собой. Следующая песня «Слово», она именно об этом. Смысл продолжения любви. Ведь тогда ты хранила дыхание того, кто нас искрою всех наделил, до конца все отдав и оставшись незримым. Иногда осознанием тебя одного грезим мы на дорогах земли и идем в неизвестность иной отринув. Слово, там излишни любые слова, ведь они не заменят тебя, будь ины сплетая в земной круговерти. Боже, да и разве же кто виноват, что ушли мы, теряя себя, и что вечную жизнь заменили мы смертью? Сотни раз перешитое сердце, как пронзителен миг, как
когда ты говоришь. Верить, к одному призываешь ты верить, что откроется лик, засияет внутри, оживет, будто вспыхнет световой звездой, и подсветит туман паутины с глубин бытия восходящее слово. Для того мы придем одержимы мечтой и тоскуем о том, чтобы жить и любить, и желать, но уже по-иному. Слово, неизмененное на слова, утомленную душу обой своим чистым целительным огненным светом. Снова ты по искре сердцах оживай, чтобы воспринять тепло любовь и согрела в тончайших ладонях планету. Чуть побольше надо. Тогда придется и мой. Вернись. Еще одна серьезная песня сейчас прозвучит. Сегодня шаг в неизвестное, так называется наш концерт, поэтому такие песни звучат. Вернись. Ядом все меньше мы помним о тех, кто рядом. И даже себя мы не спросим, где ты. Если тебя уже больше нету, свет, воскреси меня в себе, возврати возможность петь, отзовись в моей судьбе, дай какой-нибудь ответ. Стань огнем в моих глазах, пусть слепы они, но все ж, даже где спастись нельзя, знаю я, что ты спасешь. Thank you.
лишь виртуально хранить и ценить разучились тайну. Но только душе в нашей клетке тесно, она для себя не находит места. Мы блуждаем по разным сетям часами, опутаны будто сетью сами. Но кто-то кричит тебе, где ты, где ты? Ты есть, у тебя большей частью нету. Вернись, пожалуйста, вернись. С безбрежной синевы я устремляюсь вниз. Коснись руки моей, коснись. Еще жива она, между нами света нет. Пусть ты не узнаешь меня, но я встану за твоей спиной. Буду стучать в твое окно, стану свечой, когда темно. Откроешь вдруг глаза, держась за воздух на весу. Даже когда спасти нельзя, я все равно тебя спасу. С вами окажемся и на вершине горы Тируванамалай в Южной Индии. Она еще зовется Аруначала. А в нашей песне «Огненная гора». Гора, наполняющая жаром, светом и ощущением истинной свободы. Да, не путать с Радруином. Ну, Леша. ¶¶
нужно возродить давно спящую флейту для этой горы, потому что эта флейта была написана специально, наверное, создана для этой песни. Давай сначала, а то я что-то ее улетел слишком далеко. Сейчас еще раз. Да. Сокрыта бездонная сила горы, ее тайна извечная. Сколько стоит она жаром исполнена, древним прекраснейшим духом отмечена. Время не властно там, где заплелись ветра. Сердце открыто. Скалы горят многоцветными бликами, Тирванамалы, Тирванамалы. А над вершиной лишь ласточек стаи пронзают небет предзакатных сияния. Сердце оставив внизу все печали, уносится ввысь в золотом ликовании. В синий густой туман спрятан твой лик с утра. Наш приют и храм, огненная гора. Ошибаемся, и так непросто все выстроить заново. Только мой дух обрученным останется Стирванамалой, Стирванамалой, как для скитальца желанно пристанище, как для иссохшей земли дождь целительный, так в этой пламенной дымке растаяло сердце мое на ладони невидимой. Все наши имена thank you.
кто-нибудь знает, сколько нам петь? Сколько у нас осталось драгоценных минут с вами вместе? Пять что, песен или минут? А, ну как раз тогда мы завершающие. А что, мы могли бы и пять песен вам сейчас петь. Но здесь регламент, да. Песни «Небо». Что? Ну, все равно есть регламент. И сейчас мы с вами поднялись на самую вершину горы. Вот. И на самой вершине горы на самом деле нет ничего, кроме неба. И света. Небо. Всем бесконечный сон, где нет надежды на возвращение. Вот так человек, что с десятком лиц свой день променял на добычу хлеба, а где-то, бредя в городской пыли, тоскливо смотрит дитя земли бездонно прекрасный очи небо. А небо нам шлёт золотой привет, и через окошки струится свет. У неба для нас есть один секрет, как всякое чудо обыкновенный. У неба есть песня, что славит жизнь, всплывая на струнах любой души. Ты можешь услышать ее в тиши, любимые, будьте благословенны. А небо от нас ничего не ждет, хочет вернуть нам счастье. На непрерывный круговорот глядит синеющий небосвод, но наша воля лишь в нашей власти. А выбор наш оставаться здесь, в слепом безвольном плену тлена, внимая святой мечте, шагнув к свободе и красоте, разрушить смерти глухие стены. А небо нам шлёт золотой привет, и через окошки струится свет. У неба для нас есть один секрет, как всякое чудо обыкновенный. У неба есть песня, что славит жизнь, всплывая на струнах любой души. Ты можешь услышать ее в тиши, любимые, будьте благословенны. Однажды кто-то поднимет взгляд, на время сбросив свои заботы, прогонит гложущих мыслей я, увидев тающий звездопад, замрет пред новым иным полетом. Все наполнится чистотой и высшей радостью озарится. А в жизнь, что прежде была пустой, ворвется новой высотой, мечта желая осуществиться. А небо нам шлет золотой привет, и через окошки струится свет. У неба для нас есть один секрет, как всякое чудо обыкновенный. У неба есть песня, что славит жизнь, всплывая на струнах любой души. Ты можешь услышать ее в тиши, любимые, будьте благословенны. Весь мир любя, и речку, и деревце, и тебя,
И можно о прожитом не скорбя почувствовать солнце прикосновение, себя обретая так по чуть-чуть, не думать о том, чего не вернуть, раздать все долги и собраться в путь, даруя всем людям благословение. Раздать все долги и собраться в путь, даруя всем людям благословение. Кто у нас тут контролирует время? Да, мне кажется. Мы вне времени, мы его не контролируем, поэтому если... видимо, что-то надо спеть. Что? Да? Я думала, Мьелла спеть пианино, но... Это надо перестраивать, переставить туда, к пианино. Ну, не знаю, да. Ну, или давай, Мьеллари, хочешь переставить? Давайте, да. Песня на двух языках сразу, она называется. Мьеллари, туталь, мьеллари. Для меня это послание нежности и любви на высшем языке, на котором можно сказать вообще. Песня из мира такого рожденного музыкой. Я потом вам расскажу, если надо, но сначала спою. Ой-ой-ой. Эта песня с пианино. Микрофон не будет. Чи интересный часика полтора-два, а потом у нас какая-то лекция, философская тема, разные, очень разные мы разбирали, и в частности, например, Алиан нам 14 лекций по истории, культуре и религии Индии нам читала в свое время, а сейчас она вернулась из Непала и очень много интересного привезла по непальской культуре, по Непалу, по Тибету. Ну, вообще полностью по Непалу, но он достаточно большая многомерная тема, поэтому я начну с самого начала. И у нас, с рождения долины Катманду. Вот оттуда. Соответственно, 1 марта вот мы планируем у нас в новое Касино в нашем пространстве недалеко от метро провести первую встречу. Вот, где будет, соответственно, чай. И еще я там спою песню на неварском языке. Да, вот, но, соответственно, количество людей ограничено, потому что это наша квартира, соответственно, там пишите, да, куда-нибудь, мы разместим информацию в группе дуэта, можно будет... Полина уже сделала это. Ей надо задавать вопросы, это наш администратор Полина. Это наша сова, она все знает, это птица мудрости. Все, сейчас мы погрузимся в этот мир. Мьеллари, туталь, мьеллари. Подумайте о тех, кого вы очень любите, и пошлите самое-самое светлое им. Мьеллари, туталь, мьеллари, мьеллари, туталь, мьеллари.
Нужна голос, да, я, и гитара, тоже. И теперь еще гитара. Ура. Мой валенар. Пройдены, и некуда бежать,
и мой корабль уже отчалил от покинутых краев. Мир уплывает ввысь, мне нечего терять. Морской волной следа моет сердце сброшенных оков. Меня приветствуют ветра, и шепот трав, и дым костра. И здесь я снова обрету свой Валинор. Мой Валинор под небесных чертогов ветра, как паруса развиваются стены твои, а в небесах золотые драконы зари кружатся в трех кострах. О, Валинор, мой Валинор, ветряных колокольчиков звон в солнечных снах. Этот край мой последний предел. Здесь тишина, чей порог так воздушен и бел. Мой долгожданный дом, о, Валинор. На траву и слух всецело обратясь, тонуть в той музыке, наполнившей воздушные мосты, а на страницах проступает вязь. Там жизнь начертана моя узором древней красоты. Со мной свобода и покой, и я земли коснусь рукой. Земли, где я обрел свой вечный Валинор. Мой Валинор, ты лучами пронизан насквозь. Солнечный мост, искупление жаждущих дар. Утренних роз, избавление от призрачных чар. Жемчуг из чистых слез. О, Валинор, мой Валинор, каждый вздох мне дарует покой. Вечность и миг, миг и вечность друг в друге слились. Тысячи лик, что созвездиями в небе зажглись. Мой обретенный рай, о, Валинор. Странника вечный приют, радость души, где в бессмертном слиянье поют те, кто взрастил свой храм мечты, свой Валинор. Мой Валинор, я огонь вновь рожденный в тебе. Пусть через льды и туманы мой путь проходил, только следы залил свет твоих ясных светил. Ты высший мой завет, о, Валинор. В тебе взрастет любви побег, мой Валинор. Я вновь огнем рожден в тебе, мой Валинор.
Льется свет, значит, льется свет. А после этого все-таки мы закончим. Такой светлый. У нас есть ощущение, что на самом деле там еще концерт какой-то начался. Возможно, кто-то из вас туда хочет. А так мы хотим с вами еще пообщаться после концерта. Как сердце рождает зарю,
бесконечный поток, изливая во мне это. Двери я всем отворю, чтоб ты солнцем сиял во мне. Спеть еще одну песню, совсем новую, которую никто из вас еще не слышал. Мы ее только репетируем, и я даже еще пока ее не умею петь, поэтому буду только ты уверен, играть. Ты уверен, что ты ее сыграешь? Да. Она мне очень нравится, и я ее, она мне уже несколько дней в голове крутится. Эта песня написана в Непале весной, она называется «Высоко», и я долго как-то держала ее в столе, можно сказать, а тут раз вот приехала, и мы стали ее вместе делать. Что-то споем. Да. Это не премьера, это еще бета-тест. Предпремьера, да? Мы тренируемся на вас. Вы бета-тестеры у нас. Хорошо. Сбрось себя, земное, душа, и тревоги все успокой. Лишь тогда ты сможешь дышать, сможешь быть в согласии с собой. Кем была ты раньше, забудь, это здесь не важно уже. Станет ясен пройденный путь к роднику приникшей душе. Воспари над вершинами гор, где сплетаются ветры в узор. Солнце луч, что проступит восьму облаков, поведет тебя в дом над землей высоко, высоко. Чудо этого сна в том, что среди бесчетных забот вдруг сумеешь ты распознать дух, что пробуждение ждет. Воспари над вершинами гор, где сплетаются ветры в узор. Солнце луч, что проступит сквозь тьму облаков, поведет тебя в дом над землей высоко, высоко. Бед. Чтобы научиться любви, важно возвратиться к себе. Зачерпни небес глубину, там, где правит мудрый покой. Может быть, за край заглянув, выйдешь совершенно другой. Воспари над вершинами гор, где сплетаются ветры в узор. Что поступит сквозь тьму облаков,
рисует твой дом над землей высоко, высоко. Ты возвратись, там ты вместе с вершинами гор оживишь их волшебный узор. Солнце луч, что поступит сквозь му облаков, поведет тебя в дом и напомнит о том, что ты был и останешься в нем высоко, высоко. Со сцены и будем вас обнимать. Если вы хотите еще прийти на наш концерт, то ближайший концерт 9 марта в библиотеке имени Фурманова. И это будет в рамках их какой-то программы, и мы там тоже выступаем. Довольно долго будем петь и фортепианные песни мои, и наши. Так что приходите, все новости у нас в группе будут. Да.